Светлана родилась 2 апреля 1987 года в Казани. Родители – артисты Сергей Смирнов и Ирина Марцинкевич. Практически все родственники имели отношение к сцене, поэтому она считала своим долгом продолжить актерскую династию. С малого возраста Светлана бывала на маминых репетициях, проживала в спектакле вместе с труппой. Раньше у Светланы была одна фамилия Смирнова, но актрисе казалось, что для профессиональной деятельности это слишком просто звучит, и тогда сестра посоветовала ей прикрепить к папиной фамилии Смирнова мамину Марцинкевич. Светлана считает, что это придало некоторую твердость ее характеру. Сестра актрисы сделала то же самое, и, как утверждает сама Светлана, после этого у обеих жизнь двинулась с места, и их стали приглашать на съемки. Свою юность Светлана вспоминает так. В школе тусовалась в компании хиппи неформалов. Мы расписывали джинсы, играли на гитарах. Это было время приключений, учебы, дружбы и, конечно же, любви. После 9 класса Светлана пробовала поступить на курс режиссера Григория Дятитковского, но несмотря на то, что молодая актриса прошла все этапы отборочного тура, ее не зачислили, так как не было аттестата о среднем образовании. Окончив среднюю школу, девушка уехала в Санкт-Петербург, блестяще сдала все вступительные экзамены и была зачислена на первый курс Санкт-Петербургского государственной академии театрального искусства, где оказалась на курсе заслуженного деятеля искусства Российской Федерации Семена Спивака. После окончания академии некоторое время работала в молодежном театре на Фонтанке, где успела сыграть в спектаклях «Дон Кихот», «Иов» и «Метро». Дебют Светланы состоялся в эпизоде 4 сезона многосерийного телевизионного проекта «Всегда говори всегда» в 2007 году. Известность ей принесла роль Веры в фильме «В субботу» Александра Минданзе, премьера которого состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Берлине в 2011 году. Фильм рассказывает о событиях во время катастрофы в Чернобыле на атомной электростанции. За роль в этом фильме Светлана получила специфический приз Испанского ювелирного дома за лучшую женскую роль. Дебют на 9-м международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня». В 2012 году Смирнова Марцинкевич сыграла одну из главных героинь в сериале «Обратная сторона Луны», показанному по Первому каналу. В сериале вместе со Светланой снималась ее мать Ирина Марцинкевич, которая сыграла взрослую героиню в будущем. В этом же году актриса появилась в мелодраме «Дорога в пустоту» и трагической картине «Третья мировая».